Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Black Russia, это КРМП на телефоне. Вся информация, как начать со мной играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Я играю, если что, на 5-м серваке, а именно Orange. Ну а сегодня, пацаны, мы, знаете, чем займемся? Мы поедем в казино, потому что я не был в казино, я так неплохо потратился за последнее время, и нужно попробовать отбить денежку, понимаете? Нужно попробовать отбить денежку, да и в принципе мне интересно посмотреть, что из себя представляет казино, потому что я вот честно даже не знаю, что там вообще, какой там интерьер, даже я не знаю, я вообще не знаю, что здесь за система в казино. Если что, права у меня забрали, поэтому поедем мы, скорее всего, на скутере, чтобы не тратить время. На права я чуть попозже сдам. Я честно не знаю, почему мне забрали права, возможно, из-за того, что у меня там штрафы были, немножко там, по-моему, 3 или 4 штрафа у меня было, я их оплатил, но права у меня все равно почему-то забрали, поэтому я сейчас возьму скутер, и мы поедем в казино. Только для начала нужно найти хотя бы это казино, потому что я не знаю, где оно находится. Так, важные места. Возможно, где-то здесь можно казино как бы увидеть. В этой серии мы посмотрим именно казино. Сегодня у нас суббота, сегодня выйдет эта серия, вы будете ее смотреть. А в воскресенье, скорее всего, я уже выложу серию про контейнеры, потому что мне очень интересно посмотреть. И когда только увидел то, что здесь есть контейнеры, я сразу захотел как бы их посмотреть, попробовать, возможно. Просто не знаю, какие там цены вообще на контейнеры, хватит ли мне денег. Поэтому это мы посмотрим в следующей серии. Так, ближайшее казино находится вот здесь, рядом, кстати, недалеко от моего дома. Это хорошо. Сейчас тогда возьмем скутер, быстренько доедем. Так, у меня еще хп бы не мешало, конечно, восстановить бы. Так, у нас денег, вы видите, нету, но сейчас мы используем команду донат, и в принципе все будет хорошо. Так, а сколько у меня 3000 доната осталось, да? Тогда мы лям сегодня поиграем в казино. 1000 рублей, я думаю, хватит нам. Это будет 1 миллион, и на этот 1 миллион мы в принципе будем играть. Все, у нас теперь есть 1 миллион, 2 миллиона у нас остается, то есть 2000 донат у нас остается, и мы уже, наверное, потратим их потом на контейнеры. Посмотрим, что он из себя представляет. Было бы, конечно, неплохо сегодня подняться в казино, потому что нужны бабки, пацаны, чтобы делать для вас контент. Донат у меня уже заканчивается. Денег у меня как бы нету, вот, лям у меня и все. И 2000 доната осталось, но 2000 доната это уже на контейнеры пойдут. Кстати, пацаны, я забыл вам сказать то, что добавили голосовой чат. Вот, видите, микрофон появился у меня с левой стороны. Появился микрофон, и теперь есть голосовой чат. Это то, о чем я говорил. Я даже не знал, пацаны, то, что его добавят, но я всегда говорил то, что, скорее всего, его добавят. И его добавили. Я еще не проверял, как он работает. В принципе, проверять, наверное, не буду. Ну, либо в каких-то ситуациях буду, конечно, проверять микрофон. Но все равно звук как бы вы не будете слышать, потому что у меня звук в игре не записывается. Ох, какое казино. Нихера себе, пацаны. Нормально. Здесь вообще есть люди. Что здесь вообще нужно делать? Вот это самый интересный вопрос вообще для меня. Можно как бы встать мне за стол, алло? Подождите, а мне нужно фишки обменивать вообще где-то? Или нет? Я просто не понимаю. Вот это уже понятная игра для меня, в принципе. Вот здесь я уже понимаю, что нужно делать хотя бы. А что, заранее типа нельзя кости бросить? Серьезно? А брат, у меня двойка выпала, у пацана 11 выпало. Понимаю. А можно как бы, ну, ставочку там повыше хотя бы, ну, 100 тысяч, 200 тысяч. Они вот такие вот маленькие ставки. Хотя я не, блядь, не мажор, конечно, у меня 900 тысяч всего лишь, но... Типа по 35 тысяч играть, мне кажется, это вообще, типа, ну, такое себе. Но здесь хотя бы для меня понятная игра, потому что там какая-то другая игра есть. Это, походу, либо покер, либо шоу, я хрен знает. Там я вообще ничего не понял. А здесь уже хотя бы для меня понятно, чем и что нужно делать, чем можно заниматься. Поэтому сейчас мы этим всем будем заниматься, конечно же. О, 5к, та-та-та, как отсюда нахуй выйти? Так, покинуть нахуй. Так, сделать ставку. 100 тысяч, вот это уже другой разговор. Вот это я уже понимаю. Вот, на соточку, в принципе, можно поиграть. О, я выиграл? Чего, блядь, серьезно? Я выиграл, нормально. Так, делаем ставку 150 тысяч. Окей, я ничего не делал, но я выиграл. Сейчас по-любому проиграю. Нет, я обратно завинил. Понимаю. Нормально. Мне это нравится. Мне это очень нравится даже. Так, на соточку, пацаны, на соточку играем. Посмотрим вообще, повезет нам еще раз или нет. Мы вдвоем только играем, да? Ну, я кидать не буду, но, скорее всего, я проиграл. Еще раз завидел. Три вина подряд, пацаны. Это что, блядь? Сейчас по-любому писать комментарий, что мне подкрутили. Я просто в шоке. Тупо три победы подряд. Я уже лям 500 поднял. Так, еще вот, на соточку обратно играем. Но сейчас я точно должен проиграть. Ну, потому что три фина подряд, типа, ну, это невозможно просто. Да ну нахер, обратно завидел. Че это происходит просто? Почему я постоянно виню? Че за бред просто? Мне нравится казино здесь, пацаны. Я здесь как бы еще бы остался. Так, сделать ставку. Ставим еще ставочку, короче. На соточку, пацаны. Ну, по-любому, сейчас я точно... Вот,
100% не завидел. Ну, блин, не может такое быть. О, видите, я проиграл, единичка упала. Сатенчик, я проиграл, но я в плюсе на 400 тысяч. Это неплохо. 92 тысячи хотят сыграть. Давайте я тоже ставочку сделаю. Вдвоем всего лишь? А почему вдвоем? Можно было как бы побольше сделать. Ну, видите, здесь ставки не такие уж и большие. Ну, пацан выиграл. Ну, у меня просто много, реально. У меня 4 вина было. То есть, ну, в любом случае, у меня сейчас будут сливы, я думаю. Вот, 150 тысяч, во. Вот это уже другой разговор. Я так понял, оно само бросает. Я думаю, тут не надо бросать кости. Так, пацан завинил. Я понял, все, мне уже не везет, пацаны. Да выебывался называется, да? Просто да выебывался. Че там, ставка какая будет? 100 тысяч? Да, 100 тысяч ставочка будет. Так, сделать ставку, я сделал. Втроем обратно играем. Блин, ну, надо было, наверное, уходить, когда я 500 тысяч поднял. В принципе, я думаю, это неплохо. На блэкраш, типа, 500 тысяч поднял. Так, у меня выпало 3. Это вообще очень плохо. Поэтому будем ждать, короче. Пока выпадет что-то нормальное. Так, 300 тысяч. Так, залетаем. На 300 тысяч я бы поиграл, кстати. Вот давайте сейчас эту последнюю ставку на разыграем. 100% сейчас будет слив. У меня выпадет либо единичка, либо двоечка. Просто смотрите. Не, восьмерка выпала, но пацан все равно завинил. Пацаны, если вам понравилось видео про казино и хотите еще. Вот реально, если здесь будет много лайков и комментариев, то я еще поиграю в казино. Поэтому, если вам понравилась эта серия, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также можете написать комментарий, поставить колокольчик. Цель, пацаны, 20 тысяч на канале, поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Всем пока-пока.